Приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу арочную 2,5 м на бетонный фундамент. Все понятно, все четко. Продолжаем монтаж теплицы арочной 2,5 м, 2,5 м 4 перегородкой. Собрали каркас, обшили торцы и перегородку. Сейчас будем крепить к основанию, к фундаменту бетонному. И перекрывать двери, обшить. И все потихоньку. Закончили монтаж. Теплица арочная 2,5 м, длину в ширину 2,5 м, в длину 4 метра. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, торца в дверях 220 на 40. Поликарбонат 0,65 плотности, актуаль био 4 мм толщина. Все соты поликарбоната защищены торцевым профильным перфолентой. Теплица стоит на бетонном основании. Отливы на торцах. Резинка, лифчик тоже над дверью, цельная дверь, перегородка теплицы, на том торце тоже цельная дверь, укосины, на анкера посажено бетонное основание, на перегородке перегородка полностью глухая, также с уплотнительной резинкой. Ну и та половинка такая, 4 метра в длину, 2 секции по 2 метра. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии. Всем пока.